Здається мені, що сьогодні ми будемо впадати у дитинство. У нас тут з'явилися іграшки дуже чудові та фантастичні. Це денний ефір на 7-му телеканалі. В студії з вами Тетяна Молемко та не тільки я. Ганна Дяконова, майстриня іграшок у нас в гостях сьогодні. Доброго дня. Добрий день. І я навіть не знаю, вони настільки живі та наче справжні, що хочеться кожного теж привітати і сказати, як кого звати. По большому счету имен у них нет, у них есть, скажем так, виды. Это скьоры, это монстрики, это изеньки. Но мы же живем в Одессе. Я когда первый раз сделала такую игрушку, ко мне в гости зашла подруга и говорит, а это что за изя? С тех пор вот этот вот вид называется изи. Имена им уже дают хозяева. Як їх можна назвати, цих ляльок? Це якісь спеціальні іграшки з гліни чи з яких матеріалів? Это авторская игрушка в смешанной технике называется. Тут есть части, которые твердые, они лепятся из полимерной глины, которая, в общем-то, мнется и лепится как пластилин, потом при небольшой температуре запекается и отвердевает. Остальное из текстиля. Тобто смішана техніка, різні матеріали. Я так розумію, що одна іграшка – це дуже багато часу так, для її створення, чи ні? Чи у вас вже все швиденько відбувається? Ні, це процес не швидкий. В принципі, моя фішка, скажімо так, вот в деталізації дуже кропотлива. Тобто, якщо взяти кружку в руки і почати розглядати, тут процарапана шорстка, пальчики, там на іграшках вот такого розміру бувають, ножка розміром сантиметр, на ній налеплені ногтики. То есть процесс трудоемкий. Еще зависит очень сильно от вдохновения настроения. Бывает, сядешь, слепишь мордочку, она вот так вот раз и появилась, то есть по полдня. А бывает, сидишь, вот не нравится, переделываешь. Я пока не буду полностью идеально довольна, как выглядит ручка, ножка или мордочка, я дальше не продолжаю. Я так розумію, що усі ці образи ви знаходите у себе в голові просто так? Тобто це не можна сказати, що ви десь подивились якісь казки, там почитали, чи фільми, мультфільми, і створили таку іграшку. Ні, це повністю з вашої голови, з вашої фантазії взятий образ, так? І втілений в іграшку. Абсолютно правильно. У меня полная голова таких фантазий на самом деле. Безусловно, вдохновляешься, глядя на работы каких-то интересных авторов. Мой любимый вообще автор-мультипликатор – это Харуки Миядзаки японский, «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», вот эти мультики. Но я не могу сказать, что я беру оттуда героев. Просто оно вдохновляет, впечатляет, хочется сделать что-то свое. А я делаю такие игрушки, которыми мне самой хотелось бы играться в детстве. Вот то, чего мне в детстве не хватало. Потому что советские вот эти пупсики деревянные не вдохновляли. Тобто у вас ляльок звичайних, ті, які говорили «мама», не було, так? Були. І це була моя печаль. Тому що мені хотілося другого, мені хотілося більш складного, щоб у них двигались ручки-ножки. Тобто, звісно, у мене, як у кожного звичайного дитина, були свої ігрушки, але вже в возрасті, я не знаю, там где-то 7-8 клас, я починала вже пробувати щось робити своє. Ви говорили про Японію, про те, що анімація вас надихає. Я так розумію, що скоро ці іграшки поїдуть надихати японців, так? Да, ви знаєте, це предмет моєї, навіть можна сказати, гордості. Я вже кілька років співпрацюю з японською виставкою «Фантанима», Чиеко Хазаки, її організатор. Я познайомилася з нею в Москві. І з тих пор я кожен рік відправляю туди свої ігрушки на виставку, але в цьому році вперше я їду туди лично. Мне в этом году пригласили проводить мастер-класс, и вот от такого я уже не смогла отказаться. Тобто ви навіть будете майстер-клас там проводити, так? Да. А з чого починаєте майстер-клас завжди? Я начинаю майстер-клас. Зайчики, так, якісь? Чи... Не обязательно. Вот игрушки, которые на майстер-клас. Вот, собственно говоря, вот на майстер-класі буде зайчик, буде вот такой вот, я даже не знаю, как это назвать, полугрифончик, полуктото. Нет, я разрабатываю модель, которая более-менее будет понятна для тех людей, которые, допустим, не имеют опыта в лепке. Конечно же, мастер-классы будут разделяться по уровню более простой, более сложный. Но, в принципе, я стараюсь брать какие-то формы попроще и каких-то игрушек более, более милых. То есть, например, вот такая игрушка для мастер-класса – это очень сложно. Много деталей, сложно. Соединение меха с пластиком достаточно сложное. На игрушке для мастер-класса я делаю более простые варианты. Там, где лапка полностью лепленная, она пришивается. Вот, в принципе, такие мастер-классы уже проводила в Киеве, увидела, где у людей возникают там проблемы, вопросы, немножко корректирую это дело. Но в целом, вы знаете, я очень довольна, люди справились, и отдельно приятно, что
У всех получилось разное. Вот вроде бы делали все одинаково, но каждый внес частичку своей индивидуальности, и в итоге они получаются похожие, но разные. Это настолько здорово. Вот я бы, например, так не догадалась сделать. А человек сделал там ушки ему там волной. И это очень здорово на самом деле, когда люди включаются и начинают не просто повторять, а приносить что-то свое. А с чого все почалося у вашій історії? Взагалі, коли ви вперше зробили свою іграшку, як вона виглядала? Я знаю, що вона тут теж є, так? З вами тепер вже ваш талісман, скоріше, ніж просто іграшка. Да. Ну, в общем-то, я начала ще в глибокому дитинстві. Ті іграшки, к сожалению, где-то уже растворились в процессе переезда и всего. Когда я переехала в Одессу, у меня было время и было желание что-то поделать. И, в общем-то, я начала их делать. И вот один из первых, вот сейчас, конечно, очень забавно наблюдать, какие они были раньше, какие они сейчас. То есть вот можно посмотреть на эволюцию Скьора, если можно так выразиться. Вот первые игрушки были проще, но в них какое-то свое очарование тоже есть. Я его, в общем-то, делала, ну, как для выставки, но он посмотрел на меня из коробочки, и я не смогла его отдать. И вот с тех пор он со мной, я его там иногда за собой вожу. Так что вот это из первеньких, из стареньких, из любименьких. В нього є ім'я? Черниш. Черниш, так. Він схожий на одного героя зіркових війн. О, мені часто говорять, вчителя, так. Да, вушки схожі, принаймні. Мені часто говорять, що ой, похож на того, похож на сього. Часто говорять, що не похоже на мене. Ну, я це не спеціально, но дійсно щось є. Я так бачу, що у вас навіть і колонниші, ви також їх робите, так? Не тільки іграшки, але й прикраси. Да, украшения, но это больше так баловство. Мне больше интересно делать, ну, персонаж с характером, подвижный. Кулончик — это так больше побаловаться. И опять же для мастер-класса, чтобы люди могли просто обучаться технике. Игрушку делать уже более сложно, а кулон, когда у нас есть жесткая основа, которую мы можем держать в руках, не боясь смять пластик и на нем работать, это сильно облегчает задачу, а техник я на нем могу показать много. Супер. Розкажіть, будь ласка, також, що надихає вас? Я так зрозуміла, що мультфільми є, так? Відсутність іграшок у дитинстві таких, які ви хотіли. І ще, напевно, що природа, тому що вони на якихось схожі таких лісових мешканців. Да, ви знаєте, навіть мультфільми не в першу чергу. В першу чергу це, звісно, природа, тому що багатобразія форм і розцветок просто поражає. І часто, глядя на животних, на риб, на птиц, даже банально на сочетание каких-то цветов, да, даже не обязательно природа. Вот я вижу серую дверь, на ней белая ручка и ржавые потеки. Я уже прям вижу какого-то серого зверя с белыми щечками и с коричневыми лапками. Вот сочетание цветов, какая-то форма. Ну, животное — это, конечно, природа в этом плане лучший скульптор, лучший создатель. Я помню, в Николаевском зоопарке залипла надолго возле вольера с маленькими обезьянками, игрунки карликовые. И после них я начала делать у маленьких игрушек открытые ротики. Они так смешно чавкали. Я стояла, просто сидела, рассматривала эти ротики, как они устроены, как там и зубки. И просто вот уже не могла терпеть прийти домой и тоже попробую сделать что-то подобное. Тобто природа надихає найбільше. Я бачу, у вас тут багато їх різних. А можете розказати, можливо, про якусь, яка найважче далася там, чи навпаки дуже легко на одному диханні? Давайте я лучше вам розкажу про... Не знаю, ну про изеньки я уже рассказала. Изеньки, так, да, мы уже знаем. Это изеньки, они бывают, они все разные, но как будто они одного вида. Тобто вони все ж таки мають бути як витримані в одному стилі, так? Ну, да, в принципі. В стилі ізінь. Вот они, да, они под, как и собаки. Они бывают совершенно разных пород, но собаку вот с кошкой не перепутаешь. То есть вот изеньки, они могут быть разного размера, цвета, с разным выражением мордочки, но это все-таки один вид. В этом году на Японию я делала... Оказывается, там в этом году цветочная тематика. Я долго думала, как цветочную тематику вплести в свои игрушки, поэтому, не заморачиваясь, решила сделать, собственно говоря, просто цветы. Я не знаю, тут видно, не видно, они малюхенькие совсем. Вот они тут с росинками, с корешками. Вот. А по поводу японской еще выставки, оказывается, Чиеко Хазеки, организатор, училась в одном классе с императором, который коронуется в этом году. Ух ты. И выставка приходится как раз на этот период коронации, поэтому я уже очень жду этой поездки. И, собственно говоря, вот эти вот цветочки, вот я вдохновилась тем, что вот Япония, цветение, коронация,
не знаю, какое-то вот такое состояние приподнятое восторга, и вот у меня вот получались маленькие цветочки. Я сейчас, с учетом того, что японцы очень любят все маленькое и миленькое, угу. Вот, собственно говоря, поэтому до я таких цветочков раньше не делала. Этот товарищ тоже вот родился для мастер-класса вот по облегченной методике. Когда я сидела и думала, как же вот сделать так, чтобы люди смогли вот за один мастер-класс сделать игрушку, которую я делаю несколько дней. Uh-huh. Я немножко переделала здесь, упростила метод крепления мордочки, метод крепления ушек. И, в общем-то, вот эта игрушка родилась из желания сделать попроще, но мило. І от як-то воно так... Ну, такий, навіть такі кольори ви підбираєте. Знаєте, воно рожеве, сірим, якісь такі ніжні. Всі, ну, насправді чудово, так? Да, я предпочитаю природні цвіта, тому що у мене як-то в воображенні є какое-то вот чудесное место, какое-то все-таки это природа, это какой-то лес, вот где они все живут. Вот, собственно, у зверей Скьорд даже есть история. Я не писатель, но вот тут она просто пришла. Сейчас, наверное, зачитывать ее будет долго, но если в двух словах, что ну, да, есть, давайте, да. Да, что есть такой волшебный лес, вот он в таком, в нашем мире он так вот в параллельном чуть измерении. И они там себе живут, и они очень любопытны, и в мир людей они имеют возможность вот так вот не в телесном виде подглядывать. И иногда они находят себе какого-то человека, вот они его выбирают, и вот прям хотят жить у него, и быть ему хранителем, и рядом с ним узнавать человеческий мир. И тогда этот Скьор приходит ко мне, в бестелесном виде. Я просто шью ему шкурку для того, чтобы он смог поселиться у выбранного им человека. Як цікаво. А ви не пробували все ж таки, можливо, записувати якісь історії? Тому що, знаєте, я дивлюся на всі ці іграшки, і мені здається, що це просто справжні мультяшні герої, які ось ви так просто з голови взяли і зліпили. І подивіться, будь ласка, ну, це дуже гарно, так? Вони такі ще ніжні, у них ручки, бачите, і так, і як хочеш, і ніжки ці. Тобто ви їх малюєте спочатку чи ні? Чи одразу, от, як створили в голові, отак і зліпили? Да, зачастую даже... Хочете навіть? Да, зачастую даже в голові нету представлення, як... Іноді просто перебираєш мех... И какой-то вот из этого меха что-то хочется сделать. И ты себе уже берешь мех и представляешь, там зверь побольше, зверь поменьше. Потом берешь в руки пластик, и часто пластика диктует форму. Слухайте, а мы цього взагалі діставали? Это я еще не успела, да. Это я не часто хожу на мастер-классы к другим мастерам. Вот это, собственно говоря, творение с мастер-класса. Это московская художница Кризалит Тедди. Вот, она создает бесконечно прекрасные вещи, у нее и мишки, в том числе и вот такие вот птички киви. И это я просто по ее мастер-классу для себя, ну как для себя, я это своему мужу в подарок сделала. Угу. И с тех пор эта птичка, ее зовут Пипец, она ездит с нами. Гарная имя. Ну вот он похож, он садится в машине на торпеду, смотрит вперед, и когда мы едем в путешествие, он всегда... То не хочется набирать швидкости, так? Да. Нагадує про те, що про ім'я своє. Так, я його сюди саджаю, так. Угу. А тут деталі, так? Да, тут просто то, що вот в процесі зроблено, то есть вот, допустим, вот вот эта вот мордочка, вот он вроде как выглядит монстр-монстр с зубами такой угу. Вот. Я когда сошью его полностью, я ему хочу сделать шапочку с зайчьими ушками, чтобы вот оно было такое милое белое, оттуда выглядывал вот такой вот монстрик. То есть у многих людей иногда бывает реакция на мои работы: «Ой, боже, какой ужас!» Но потом они присматриваются, берут в руки, так, а не, ну вроде. И вот такое вот немножко такое, как тревожащее состояние, но потом они как бы как распробуют. Потому что мои работы надо смотреть руками, я всегда говорю людям. То есть на выставках я всегда говорю: берите в руки. Потому что я очень много внимания уделяю подвижности, набивки, развесовки. То есть, что, когда ты взял в руки, он подвижный. Набивка тела не одинаково плотная. Там снизу плотнее, в середине меньше, там больше. То есть, когда ты его берешь, от ви брали в руки, да, от другое ощущение, чем когда просто. Насправді його хочеться наче він живий. Його хочеться тримати, його хочеться погладити, і з ним хочеться поговорити. Там щось. Ось ці дитячі емоції, такі зовсім вони виникають. І не дивлячись на те, що іграшка, наче вона така доросла вже. Так, ми розуміємо, що тут важка робота, що тут фантазія, що це вигадане створіння, яке просто майже воно насправді живе. І ти думаєш, а чому до мене таки не прийшов і теж десь жив у мене вдома і теж охороняв мене. А як діти взагалі реагують?
Ой, у дітей чаще всего восторг. Тобто немає такого, як у дорослих, ой, там... Ні, от на удивлення, ні, діти завжди реагують дуже добре, дуже кілька разів навіть було, коли на виставках, інші там кукольники, коли, і вони своїм дітям брали, причому говорять, що наші діти вже ізбаловані іграшками, і вони вже мало на які іграшки реагують. Тобто мішки їм вже не цікаво, а тут, говорить, глаза загорілись, і от прям ребенок не випускає із рук. Тобто, теж приємно. И еще хотела пару слов сказать. Вот вы сказали, что они вызывают эмоции. Так. Собственно говоря, вот ради этого все и затевалось. Не знаю, сейчас может быть немножко пафосно, но это мое мироощущение. То есть вот в мире есть какая-то вот общая эмоциональная атмосфера. Да? То есть когда чем больше людей как-то вот довольных, счастливых, тем общая экологичность мира как-то приятней. И мне очень включает тот момент, что я своими творениями вот немного этого добавляю. То есть вот немного улыбок, немного радости, вот этого восторга, удивления, умиления, вот этого, этих эмоций, которых часто не хватает в повседневной жизни, вот можно испытать, вот просто взяв игрушку. Мне очень часто люди присылают фотографии, они с игрушками ездят, фотографии игрушек с отдыха. Я смеюсь, что они живут лучше, чем я, с Кипра, с ресторанов. Некоторые люди даже брали с собой в больницу, говорили, что помогало как-то немножко пережить. И часто вот просто оказываются в центре внимания, когда вот достают мои игрушки, начинают садить рядом с собой, там в кафешке или на пляже, все подходят, спрашивают, ой, а что это такое интересное? Ну, и включается еще больше людей. Некоторые мои клиенты познакомились так с кем-то через игрушки. Ну, это здорово. То, что еще люди объединяются. Свои такие истории. Так, можливо, сами игрушки один до одного еще и притягивают людей, схожих, принаймні, за темпераментом та за бажанням отримати якісь позитивні емоції. Ви знаєте, я думаю, що це у майбутньому має бути якийсь фільм чи мультик, ось ці образи, які є. Тому що вони такі живі і, знаєте, вони насправді фантастичні, але дуже якісь добрі та милі. Можливо, навіть вам варто все ж таки записати ті ідеї, які у вас є там на папері, все це оформити і запропонувати якомусь режисеру чи мультиплікатору, так? В принципі, да, ідея така і є, просто писательство – це, віддільний від творчества. И да, тут мне надо немножко побороть свой перфекционизм, когда я просто хочется, если уже написать, то вот написать, чтобы уже вот не стыдно было показать. Но, в принципе, да, стоит начать. А там уже по делу буду шлифовать. Я бажаю вам успехов в Японии. Я впевнена, що ви звідти привезете ще багато нових образів, тому що природа там, звісно, що інша, і вона яскрава дуже, і звісно, що я розумію, іграшки у вас теж будуть такі самі, але ви знаєте, і ті, які сьогодні прийшли до нас у гості, вони теж дуже яскраві. Ви коли-небудь взагалі рахували, скажіть, скільки їх у вас чи ні? Нет, знаете, как-то этот процесс, он процесс, это не про счет, не знаю. Как-то вот они рождаются, уходят, причем многие спрашивают, не жалко ли мне отдавать. А, вы знаете, у меня тут такой подход, вот я его сделала, родила, вот он появился, и вот мне хочется, чтобы он жил своей отдельной жизнью, не держаться за него, не цепляться. Я вот его отпускаю. И, судя по фотоотзывам, звери мои живут, в общем-то, неплохо. Поэтому, нет, мне, наоборот, хочется их не удержать, а чтобы они были во всем мире. И, в принципе, да, у меня они ездят и в Израиль, и в Америку, и в Японию, и в Китай. Люди из разных стран мира их покупают. И, мне очень приятно, на самом деле, что они потихонечку расползаются по всему миру. Захопили світ. Так? Своїми посмішками та яскравими оченятами. Я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли до нас, за те, що знайшли час. І насправді я дуже здивувалася, коли їх побачила, і дуже зраділа. Навіть ось цим іграшкам ще бачила в Інстаграмі, у вас різних багато. І просто у захваті, що в одній людині живе цілий світ. Спасибо, очень приятно на цьому. Ганна Дьяконова у нас в гостях, майстриня іграшок. Поговорили ми про унікальні іграшки ручної роботи. Ще раз дякую вам дуже. Вам спасибо. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провели його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого.